Так, это веселые минутки. Да, цепь. Цепь это тухло. Машинист. Что это за дебют? Это жертва ладьи наш один. Что это? Жертва ладьи наш один. Может быть G5? G5. Никит, ну почему ты не пошел G5? Ну, у нас же был контр-удар. Ты не творческий шмотист. Очень творческий. Так, ну H5 ты пойдешь? Нет. Почему? Потому что это красиво. Все потому что... Никит, H5. Посмотри, какая у меня компенсация лага. Ого, что это такое? ДПП, это очевидно. Что? Там основного уходи. Он же там загнет сейчас, нет? Все нормально. Ты веришь? Жертва качества. Жертва качества. Слон только не там. Грозит конь F3 неприятное. Да. Ему придется отдать, конечно. Нет, все, стыкайтесь. Черт. Ну нет. Ну, у нас мощнейший слон, я считаю. Сейчас мы выйдем. Е6, это тонко. Так, мы ставим все по... Ох ты. Он откровенно пытается его спасти. Он пытается его поймать. Ну да. Он пытается его спасти. Появилась цель поинтереснее. Так, у нас лишняя ладья. Ого. А шансы-то были. Победа. Тихие веселые минутки. Поставь уже 2000. Зачем ты поставил такой максимальный лаг? Или этот стандартный такой? Вот это стандартный. А. Играй шепотом. Может, уже шахматы играть будем? Жбёв на паузу, жбёв соперника. Поехали. Я поснусь. Понеслась. Ну ты можешь все поменять сейчас, что ты делаешь? Ну конь Е4, ну господи. Ну конь Д4, ну ладно, уже нет, все бесполезно. Нападаем. Может, коня на G5 уже поставить? Хорошо. Пизда не жил. Почему же 6? Ну, потому что 6. H4. Выглядит растопление. Счета будем считать. Можно побить с конем. И связки, связки, связки. Можно взять слоном на F3. Да можно было взять слоном. Нельзя было. Почему? Не получалось. Почему ты не меняешь фигуру? Да. А, ты коня H4 повел, тонко. Нет. А, нужно, конечно же, слонов поменять или коней. А какая все, разница? Все поменять. А кого не поменять, то выиграть. Много. Перник не берет. Убежденный. Антиразменчик. Почему ты не пошел в 3? Ну был потей в 3. И мат в один ход был неизбежен. Вот потей в 3. Что-то ленивый. Пешка очень важна. А, К.
короля, что ли. Здорово. Блестяще. Сумасшедшее достижение. Шахматы. И следующий соперник. Ждем на паузу. Против нас играет. Против нас играет чемпионка мира. Веселка минут. МММ это... МММ. Это движение такое. Это Мария какая-то. Мария, отчество музычок, чемпионка мира новая. Какое движение? Там деньги люди закладывают под беспроцентные кредиты. Ну F5, ну как можно F5 не пойти в эту позицию, объясни. Я понял, что ферзь G5 не было. Да кого волнует какой-то ферзь G5? Вот ты меня сбил, я не пошел в FE. Все. Все, ты виноват. Что это? А, уго. Прикольно. Уго. А ферзь-то он дойдет? Нет. Что это за удары здесь такие? Да салон на F4, господи, что ты делаешь? Конь висит. Ну хер, ладно. Мы продолжаем нашу рубрику. Играйте веселые шахматы. Веселые шахматы, веселые минутки. Веселые минутки. Отдаем, меняем фикси, меняем фикси. Да, победа. Да, счастье было. Ведем своего, у нас 10 секунд. Мат 2 хода. Победа. Отвозили чемпионку мира. Да. Что-то не очень, Никита. Все отлично. Это 6-7. Это 6. Сейчас по 6-5. Что это за дебют? Я тебя дебют имени меня. А в чем смысл? Да в чем? Закрыть позицию. Не дают. Так, ну по первому мы неплохо встали. Я думаю, конь же 8. Пошел клеить. Ну побил и 2-0. Почему не 2-0? Не знаю, но ушел. Нам надо как-то лучше выковырить. Что-то потом слона выковырить. Если слона поменять, то вообще отлично. Как его поменять? Чего, не важно. Главное, можно Е5 пойти. Чего ты не вижу ходу? 20 секунд, Кит. Е5. Все. Полегчало. Полегчало? Да. Додумался. Отлично. Подарок. Тупой подарок. Взял тут. Ушел. Да, не молоди, слишком активно. Сейчас мы будем покрепать. На мат не будет здесь? Будет. Ты видишь его? Да. Две секунды. О, победа. На этом это блестящая рубрика завершается.